Здравствуйте! Сегодняшняя лекция будет посвящена консервации станковой темперной живописи. Перед началом консервации необходимо выполнить фотофиксацию, то есть зафиксировать произведение в том состоянии, в котором оно пришло на реставрацию. Сделать это необходимо и в прямом, и в боковом освещении, чтобы проявить все дефекты и царапины на изображении. Если с тыльной стороны есть печати, может быть, подписи, надписи или даты, их также фиксируют, потому что это является очень ценной информацией для истории памятника. На каждое произведение составляется документация, в которой фиксируется описание сохранности, то состояние, в котором оно пришло на реставрацию. Далее делаются описания всех этапов по консервации, реставрации памятника, сопровождающиеся на всем протяжении работ. И, конечно же, указываются все исследования. Такие, например, как предреставрационные исследования, анализ грунта, ультрафиолет, инфракрасный или рентген. После фотофиксации и описания сохранности реставратор приступает к консервации. То есть здесь необходимо при помощи папиросной бумаги или миколентной укрепить на коллагеновый клей поверхность изображения. Чаще всего реставратор в данном случае борется с кракелюрами. Кракелюры – это трещины, они могут быть сферической формы, вздутие, шелушение, а также может быть кракелюры красочного слоя или грунта, и также и покрывных слоев, то есть олифы. Во время укрепления реставратор обычно имеет при себе утюг или электрошпатель, клей, папиросную бумагу, как я уже ранее упомянул, и фторпластовые пленки для прогревания поверхности. Если есть необходимость и, например, из-за плохой адгезии часть живописи и грунта приподнялась и отклеилась от самой доски, туда необходимо будет подвести раствор клея. Если клей коллагеновый не помогает в укреплении, можно также использовать синтетический клей. Для укрепления красочного слоя часто применяют, особенно если это темперная живопись, так как в темперной живописи является связующим как раз желток куриного яйца. Желтковая эмульсия наносится на поверхность и таким образом напитывается красочный слой для того, чтобы впоследствии при помощи фторопластового шпателя все это укрепить. Кракелюры встречаются практически на каждой старой, уже ветхой работе. Доска со временем проседает и уменьшается в своих физических размерах. Соответственно, грунт и красочный слой, они остаются неизменными, но они также в соответствии с уменьшением доски, усыханием, тоже трескаются. В первую очередь реставратор прибегает к превентивной консервации, то есть создает благоприятные условия, чтобы как минимум дальше не распространялись данные кракелюры и трещины. После того, как с лицевой стороны проведено укрепление всей поверхности, можно приступить к тыльной стороне. С тыльной стороны чаще всего могут быть сильные загрязнения какой-то краской, грунтовкой или следы предыдущих покрасок. Их также можно будет очистить и удалить с поверхности тыльной стороны. На тыльной стороне часто бывают также трещины. Эти трещины появились в результате нарушения температуры влажностного режима и произошло усыхание и коробление. Тут необходимо подготовить раствор из опилок и клея и подвести и укрепить все эти трещины и утраты. Очень часто с тыльной стороны бывают следы от воздействия на доску микроорганизмов, таких как жук-точильщик, который поедает изнутри древесину. Его необходимо ликвидировать. Есть разные способы, как можно бороться с жуками-точильщиками. Есть более кардинальные, это когда произведения помещают в холод, например, убирают его в полиэтиленовый пакет, добавляют туда растворители и на несколько месяцев убирают в холод. Или наоборот, воздействие теплых, высоких температур также уничтожает данного вредителя. Но в таком случае это может пагубно сказаться на самой живописи и грунте. Поэтому наиболее уместно подведение в структуру древесины при помощи шприца, подведение ядохимикатов. Если на поверхности есть плесень и какие-то следы грибка, их также нужно будет удалить при помощи распыления аэрозоля или при помощи ватной палочки и кетамина убирается с поверхности данные дефекты.
Если вместе с иконой в комплекте идет оклад, то оклад тоже необходимо будет почистить, так как за несколько веков, скорее всего, он будет очень сильно потемневшим или появятся какие-либо окислы. Тут необходимо будет его очистить только очень мягкой щеточкой, дабы не повредить поверхность металла. После того, как все эти загрязнения и окислы будут удалены, поверхность оклада обычно покрывается покрывным слоем лака, что придает поверхности более глянцевый вид и выглядит более эстетично. Если металл утрачен где-то, то необходимо будет соединить, сплавить эти части оклада. После проведения всех консервационных мероприятий можно будет удалить профилактические заклейки. Профилактические заклейки удаляются при помощи горячей воды и ватных палочек. Аккуратно, чтобы не вызвать впоследствии каких-либо утрат, необходимо всю влагу в процессе работы немедленно удалять с поверхности. Далее выполняется этап фотофиксации после консервации. Последующее планирование работы будет зависеть от того, какая задача стоит перед реставратором. На реставрационном совете устанавливается четкий регламент работ и поэтапность. В данном случае, если необходимо подведение грунта, тогда участки с утратами красочного слоя грунта зачищаются, обрабатываются, обеспыливаются, обезжиривают и наносится слой нового свежего реставрационного грунта. Это тот же лифкас, но только в меньших масштабах. Если необходимо сделать паволоку, это может потребоваться на тех участках, где сильные трещины, дабы избежать появление на новом лифкасе трещин, приклеивается новая свежая паволока и наносится обычным традиционным способом послойно новый свежий реставрационный грунт. В случаях, если не требуется или нет задачи восполнять грунт, то тут также можно сделать бортовки. Бортовки по контуру сохранившейся живописи. Эти бортовки слегка обычно тонируются, чтобы поверхность не была такой белой от грунта. После нанесения реставрационного грунта его необходимо будет отполировать и выровнять в соответствии с фактурностью красочного слоя авторского. Далее обычно мы переходим к этапу раскрытия, чтобы получить правильную, корректную картинку. Перед раскрытием необходимо сделать исследование. Эти исследования обычно выполняются при помощи рентгена, ультрафиолетовых ламп или инфракрасного излучения. Чтобы выявить, какие слои могли находиться под теми видимыми человеческому глазу, так как часть изображения может, находясь под темным лаком, и плохо просматривается. И это может быть лак не авторский, а поздняя вставка, поздняя тонировка и поздняя олифа. И также, потому что олифы бывает еще дополнительно добавляли секативы, что приводило к сильному потемнению всей пленки. Поэтому следующая лекция будет посвящена реставрационным исследованиям.